Чесна район, Кадеина в Магон. Я привез на район, Кадеина в Магон. Так, здорово, подписчики. Как дела, ёпта? С вами Ночной Волк и... Привет, ребята. Мишаня, Моня. Короче, нам задонатил Артём Клинков. Сегодня обзор по заказику будет по-хорошему. 350 рублей задонатил наш донатер. Артём Клинков, появишься вот здесь. Вот здесь ты появишься. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, где пальцы. Попробуйте вот сюда вставить. Да, зашибись. Шарфик модный приобрел я. Да-да-да. Вон еще сзади модный шарфик. Ну так что, Артём задонатил, собственно. Напиток стоит у нас в ларьке он 43 рубля. Это Горилла Калифорния, ребята, дамы и господа. Это Energy Drink, золотая горилла, все дела. Что у нас тут есть интересного? Натуральный кофеин для двойной энергии содержится. Витаминный комплекс, какая-то формула выносливости, повышает внимание. Горилла. Наши калифорнийские технологии подбиты хип-хопа, замешали новый вкус Горилла Калифорния, которая... Заценили серферы Лос-Анджелеса, но нам похуй на серверов, мы в России. Сейчас мы зачитаем, или ты в рэпе будешь изнасилован. Короче, Горилла. Значит, что по банке ставлю? Банка Руид 66, трасса, это байкеров, я хуй знает кого. Банка, 4 балла, ставлю я строк к оценкам. Дизайн. Быстрее! Троечка. Почему троечка? Ну, потому что, во-первых, такого цвета они могли бы сделать ее помоднее, правильно? Сутенерский, да, цвет? Да, посмотри. Фиолетовый, блядь. Посмотри, пожалуйста, теперь вот на лицо, ну, ты пойми, что там нарисовано. Ну, горилла. И челюсти вон. Нос, зубы. Вот, представь, человек просто, ну, как бы, ну, не догадается. Да? Что это горилла. Ну, тут же написано горилла. Ну, а если он английского не знает? Ваше дело труба, вы тоже пробуем. Артём Клинков, значит, пробуем Гориллу. 4 балла, Миша ставит 3 банки. Значит, звук пердящий, кряхтящий. Задержите дыхание. Ух ты, блядь, 5 баллов на... Мне ж пролилось. Так, звук, короче, подожди. Звук, сука, мафака. Звук, я ставлю 5 баллов, мне все понравилось. Он вообще четко щелкнул. Просто в цвет. Все пролилось, здесь снова не видите, да, мы спадает потом. Берем стаканчики, значит, сейчас будем ценить цвет. Цвет на сие напитка. Смотрите, ну, реально, блядь, кока-кола. Сейчас вот постолько, Артём, мы ебнем сначала. Кока-кола. Вот, смотрите, обратите внимание, дамы и господа. Вот такая а-ля вишневая кока-кола. Это цвет. Цвет у нас, что-то я тебе дохера налил. Цвет, подожди. Такой вот у нас карбонизация, я не буду, Артём, да, вот это хуйни заумные, карбонизация, всякая хуета тут. Кока-кольный цвет такой а-ля квас, а-ля Байкал напиток, если кто такой знает. Или просто крепкий чай. Да, или просто крепкий чаек. Ну, больше на квас похоже, на самом деле. Да, посмотрите, да. Вот так поставить, квасок-сосок, ёпта. Ну что, Ночной Волк сейчас будет снимать первую пробу. За цвет я ставлю, блядь, 4. Ладно, так уж и быть, ставлю 4, квасок люблю пить. Давайте, снимаю первую пробу. Запах, что там по запаху-то? Ну, запах, блядь. Блин, такой приятный. Я чувствую вишню, черешню. Чувствую черешню. И знаете, чем удает еще, дамы и господа? Короче, напиток был такой раньше, Доктор Пеппер. Вот это, блядь, то же самое почти по запаху. Не знаю еще, как будет вкус, а запаху ставлю 4. Поехали. Блядь, отвечаю, Доктор Пеппер, блядь. Ну-ка, ебани-ка, нахуй. Реально, блядь, пиздец похоже на Тёма. Помнишь, Доктор Пеппер такой напиточек был раньше? Блядь, охуенно, да? Я отличаю. Холодненький, мы еще взяли такой холодненький, блядь, баночку такую. Я не стал тут Тёма брать сразу на 350 рублей этих банок. Тут бы, блядь, мы упились бы нахуй. Как бы, а еще снимать обзоры и снимать. Так что, блядь. Тёма, ты вообще топ, ёпта, несмотря, я даже не то, что, блядь, ты донаты прислал, чё-то, да, блядь, я честно говорю, что напиток пиздатый, охуительный. Честно, с 5 баллов пятерка. Я думаю, да, проходит этот напиток контроль, мне очень понравился, Артём, спасибо, что посоветовал этот напиток сделать на него обзорчик, охуенный, посмотрите, ёпта. Напоминает еще, знаешь, что, пепси черешню даже, пепси черешню, Доктор Пеппер такой. Знаешь, вкус детства, какой-то старый такой. Вкус детства на языке, да-да-да, братан. Охуительно, да? Вообще супер.
Спасибо. Ты еще жмякнешь, нет, стаканчик? Ты еще осталось чуть-чуть. Ну, мне чуть-чуть оставить. Давай чуть-чуть, Катя, с Десом. Ну все, Артем Клинков, за тебя, собственно. Артем Клинков. Спасибо за донаты, братан. Все. А кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, донаты в описании. Ссылочка на мой, хотел сказать, Инстаграм. Ее нихуя не будет, нет у меня Инстаграма. Все это хуйня, братан, и банка упала. Тема, банки вообще, все охуенно. Поехали, все, за тебя, братан, пьем. Давай на брудершафт. Не, сыт на брудершафт напить. Знает, чем это закончится. Все, с вами все, Россия, с нами Крым, пацаны, короче. Все, слава богу, я русский. Погнали, ёпты. Давай, Артем Клинков, за тебя. До талого, блядь. Все, всем пока. Подписывайтесь. Будьте с нами.